Шанг Пракшалана или жест раковины. Вот эти четыре упражнения. Сейчас я показываю, как я их делаю. Первое упражнение. Руки вниз. То есть, когда у вас руки вниз смотрят, ладони, значит, как бы энергия давится вниз. И пошли. Раз, два, три, четыре. Сколько там? Шесть или восемь раз. Второе упражнение. Рука одна здесь, другая здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, как бы вода будет проходить в 12-перстную кишку. Следующее упражнение — это проведение. Третье упражнение, оно делается сразу же по тонкому кишечнику. Делается она лежа. Лежа ложитесь. Примерно так вот. И пошли. Раз, два, три, четыре. Головой, вернее, глазами смотрите на противоположную пятку. У меня уже гибкости не хватает, чтобы это все делать. И, наконец-таки, последнее упражнение. Это делается вот так. То есть это уже по толстому кишечнику вы его ведете. Сжимаем. Раз. Начинаем справа туда сжать. Два. Два. Три. Четыре. И так шесть. Теперь все упражнения вместе делаются так. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. Два, три, четыре, пять и шесть. Вот и все упражнения. Что важно подчеркнуть? Процесс прохода воды через весь пищеварительный тракт довольно-таки продолжительный, займет, как правило, где-то около часа. Не думайте, что уже через 5 минут вода пойдет. Далее, что касается воды. Сказано, что вода должна быть морской. Так как я раньше купался в Черном море и пробовал на вкус ее воду, я думал, что она такого вкуса. Но когда я купался в Средиземном море, в Красном море, там вкус раза в два, а то в три сильнее. То есть соли должно быть побольше. Ну, как там примерно сказано. То есть она должна быть довольно-таки хорошей. Если слабый будет солевой раствор, то он просто-напросто как бульон может у вас здесь всосаться. А он должен быть таким. Это вы еще выберете. Но я там указал пропорцию, что довольно-таки сильным. Что она как бы даже ожигает. Идет, насасывает и действует как солевое слабительное средство. Значит, насчет соли должно быть побольше, но в то же время не слишком. Далее, процесс занимает где-то час, а то полтора часа. То есть клапана открылись, и вода у вас пошла. Значит, вначале вы выпили сколько там, стакан или 6 стаканов, ну, там указано, я уже не помню. То есть вы выпили воду, сразу же сделали упражнение, выпили воду,
следующую серию с упражнений. И так раз, два, три, четыре сделали, выпили, сделали упражнение. Потом уже просто-напросто не надо ни упражнений делать, ни особо воды пить. У вас уже должно быть примерно выпито где-то около 2 литров воды. Вы просто-напросто ходите и ждете, когда это все откроется. Всю эту процедуру переносите спокойненько. Как только открылись, то есть сначала сходили в туалет и потом пошла из вас жижа, вот тогда еще вы можете пить остальные 2 литра воды, допустим, там, поскольку там, ну, по стаканчику, чтобы все это. И еще, то есть процесс у вас где-то будет в течение 2, а то 3 часов. Ага, как это все вы выпили, сходили, чувствуете, что более-менее освободилось у вас здесь все, кушаете рис. То есть то средство, которое закрепляет наши клапана, которые открылись. После каждого туалета попу надо мыть. В противном случае соленая вода слизистую оболочку раздражает, и у вас потом будет раздражение после этой процедуры ануса. Чтобы этого не было, значит, мойте раз. И второе, после всего, как все это закончилось, смажьте еще анус, ну, каким-то маслом там или там кремом, для того, чтобы снялось вот это вот раздражение. Если у вас ничего не получится, вот вы сделали, и у вас ничего не выходит, жидкость стоит здесь, 2 пальца в рот можете вырвать. Можете же просто ничего не делать, потихонечку все само рассосется и пройдет. Значит, ошибки не в движениях, а в концентрации воды, вернее, соли в воде. И второе, это продолжительность процедуры. Вначале она будет занимать час, это когда только пойдет первое, выход начнется, час. А то даже больше. Далее уже, если вы будете регулярно делать раз хотя бы в 2 недели, у вас это все начнет работать на 40-й примерно минуте. То есть все это быстрее. Везде нужна сноровка, закалка, тренировка. И тогда у вас все будет получаться прекрасно. С помощью этой процедуры можно будет входить в голод. Можно так просто делать. Ну и остальное почитайте в моих книгах.